Сегодня мы с ребятами поделимся на две команды, и наша задача будет встретить как можно больше популярных людей из разных сфер. Результат, гарантирую, вас удивит. Поэтому подпишитесь на канал. Давайте попробуем добить 4 миллиона и обогнать хотя бы, ну, не знаю, смешариков. Привет, Ванечка. Здорово. Себе ты одет по-человечески. Довольный здесь. Просто капает, бро. Здравствуйте, блин. Нью-рок, нью-джазик. Что такое? Значит, друзья, сейчас все обращают внимание на нашу досочку, я объясняю правила. Итак, в чем прикол? Ваша задача собрать по 5 человек с разной категории. То есть не обязательно полностью закрыть список, просто найти какое-то ограниченное количество человек. Еще раз немного про правила, а то дебил до меня плохо рассказал. Если мы встречаем человека одного из этих категорий, то мы получаем 1 балл. Есть добавки к круассану. Если у этого человека есть страница в Википедии, то дополнительно к баллу за находку этого человека ты получаешь 1 балл. Если у этого человека есть 10 миллионов подписчиков в какой-то соцсети, кроме ТикТока, вы, конечно, господа и дамы, нас простите, но у вас подписчики по-другому считается. Тиктокеры, вы лучше. Я же не тикток. 20, давай 20. Тикток 20. Если этот человек входит в список Forbes определенный, ты за этого человека получаешь плюс 2 балла. Если ты находишь всех 5 людей одной из категорий, ты получаешь 3 балла. Все они между собой стакаются, накапливаются. Я надеюсь, вы поняли. Спасибо за ваше внимание. С кино решим, типа, если он снялся в фильме в массовке, не подходит. Ну, ну какая-то из ролей, второстепенная главная. Чел просто в «Игре престолов» стул играл. Железный трон, базар. Это хорошая. Железный дрон. Ну, что там дальше? Важное правило. Если, допустим, я сейчас звоню человеку, и после этого звонит Илюха ему, то этот человек должен отказать. Я буду предупреждать его, что мы снимаем челлендж, типа, если позвонит Илюха Exile, то отмена. В категории, где у них меньше всего знакомств. Это блогеры и музыка. Ой, закрыть категории, где больше всего знакомств нет. Я перепутал. Вы поняли, да, чтобы, типа, одним и тем же людям... Не-не-не-не-не-не-не. Это так мило. Да, спасибо, брат. У нас у оператора аллергия. Подари маме луч. Ага. Это сирень? Да. А у тебя аллергия на сирень? Не-не-не-не-не! Что, с Мишаней начнем? Да-да-да. Стабильно. Классный интернет, блядь. Неправильно набран номер. Номер недоступен. Как будто Насте можно и влево. Я уже звоню. Блядь. Что-то не пошло. Настя, привет. Это Бустер. Слушай, тут такая хуйня. Мы, короче, ролик снимаем. И нам надо с тобой фотку сделать. Что, я Диларе наберу? Алло. О. Да, давай мы сейчас быстро подъедем, с тобой сфоткаемся. Давай, сколько тебе времени? Мне надо 15 минут. Давай, все. Супер, Настюх. Тогда мы, короче, напиши точный адрес. Мы через 2 часа подъедем. Но если Илюха Exile будет звонить, скажи, чтобы шел нахуй. Сейчас я Супер Стасу звоню. Жекичу Дубровскому. Алло. Алло, брат, привет. Что делаешь? А я в Питере, бро. Я понял. Слушай, такой вопрос. А что Диман сейчас делает? Он спит, бро. Брат, мы, короче, ролик у Илюхи Exile снимаем. И нам надо это... Ага. Просто фотку сделать с ним. Может, там через 3-4 часа, к вечеру, до ночи. Все, скажи вот тогда, чтобы Илюха Exile нахуй шел. Да, я Жене звоню. Алло, Жень, привет. Удобно говорить? Да, привет. Слушай, а можем мы приехать к тебе и с тобой сфоткаться? У нас видео, кто больше сфоткается с популярными личностями. У нас две команды. Можно. И если будет звонить Илюха Exile, скажи, чтобы пошел нахуй он. Давайте, давай. Все, добро, вообще кайф. 4 человека у нас есть. По спорту, категорию, я пишу Герману или классику? У него там все на мази. Прямо сейчас пиши Герману, да, да, прямо да. Сейчас напишут. Алло, Гера, слышно? А ты не занят сейчас? Наша задача встретиться с каким можно большим количеством популярных людей. Как думаешь, с кем вот из там футболистов или хоккеистов или кем-то вот мы могли бы... Сегодня вот... на медиалиге будет играть Бей-беги, там будет Соболев, игрок сборной России. Ну да, я знаю, да. Это вечером? Да, во сколько? Ну я могу тебе тоже сейчас скинуть время, во сколько. Давай. Будут... Если тебе позвонит Бустер, скажи ему, пошел ты нахуй, козел. Конечно. Мы можем написать, попробовать Фараону. Маловероятно... что он, ну, на видос? Ему нахуй это не надо, но если воспитанно написать, то как будто есть. Дина, напиши, пожалуйста, Валик. Это Дюба? Ну, напиши, пожалуйста. Я бы очень хотел с Валичкой встретиться. Масленького или Литвина забирать? Это страница Википедии, это 10 миллионов. Нет, давай Валичку. Я готов проиграть, просто взвали карнавал. Илюх, привет. Слушай, такая ситуация. Мы снимаем ролик, то, что нам нужно сняться с наибольшим количеством людей. Валя.
Где Миша сейчас? Нет, возможно, Миша сейчас. Да, он скорее всего в офисе, дай минуту, я сейчас уточню. Давай. Алло. Алло, братан, он, короче, сейчас в Неве находится. Ну, сити, короче. А, let's go! Есть контакт в Валечке? Просто понял, у него забрать, потому что Литвин — это вот первое, о чем ты думаешь. Нет, я думаю, первое о Вале. Кстати, инстасамка здесь сейчас. Братик, короче, слушай, такая тема, мы снимаем ролик у Илюхи Эксайла. Ты сегодня занят вообще или как? Поэтому еще быстро всех забронируем, но... Хочешь, я могу за руль прыгнуть? Давай. Слушай, вопросик такой, а чем сегодня Василий Михайлович занят? В Казани. А, бля. А ты только с Васей работаешь? С кем тебе надо? Бой, музыкант, кино, спортсмен. Ну, типа, Бурунов, это окей? Да, Бурунов. Я сейчас Сережа позвоню. Да, Сережа разъем. Давай сейчас наберу Сережу. Пусть у нас ебать 25 фоток будет. Надо... Не, мы не успеем. Не успеем, успеем где-то сейчас. Мы сейчас на тренировку приедем, просто Динамо. Вроде просто 11 бы. Футболистов так ставим. Валечка. Валечка. Слушай, подскажи, пожалуйста, вот мы снимаем такой ролик, возможно ли как-то на Валю карнавал выйти? Надо позвонить Мише в ТГМ АБ. В настоящее время? Нет! Вот я сейчас Бустера звоню. Если у него занят, то это пиздец. Нет, это не факт, что пиздец, он сейчас сам звонит. Нормально. Сброс. Стасик, привет, родной. Мы снимаем ролик. Да. Кто встретится больше с популярными людьми за день? Такой вопрос уточнить, поскольку ты все знаешь про того человека, о котором я имею в виду. Он сейчас, он сейчас как вообще? Просто вот типа на 5 секунд... Братишка, смотри, есть одна проблема. Мне позвонил некий человек и сказал тебе флаг нахуй, он уже забил масленника. Слушай, я могу договориться, хочешь с Миланой Хаметовой сфоткаешься? Хочу! У тебя давай. Давай, давай! Папа, купи пятика, валежу, хлебнусика. Вата, А4. Пиши. Блядь! Быстрее, блядский Илюшин. Там уже, мне кажется, забито. Машу медведь, пиши быстрее канал. Ты что делаешь? Вата, А4 написал. Чего? Бустер звонит. А! Эй, что такое, что хотел? А я случайно позвонил. Да, кого это, кого уже? Мы уже две категории закрыли. Что? Ну, меня Масленников уже послал, спасибо. Но мы уже категорию одну тоже закрыли. Че? Мне дали контакт Миланы Хаметовой. Друзья, пока обе команды занимаются поиском различных звезд, медийк и так далее, вы можете найти их гораздо проще. Как? В самом популярном сервисе коротких видео, а именно в ВК-клипах. Здесь самый широкий выбор свежего контента. Каждый найдет ролики на свой вкус и под свое настроение. ВК-клипы можно смотреть где угодно в свободное время. И, кстати, более 25 миллионов зрителей ежедневно пользуются ВК-клипами. И ты тоже смотри. А еще в сервисе недавно появился конструктор впечатлений. Эта новая фича дает возможность настраивать свою ленту рекомендаций под сиюминутные запросы и настроение. А если ты хочешь не только смотреть, но и создавать контент, то можешь снимать свои клипы. Тут любой может набрать просмотры и стать популярным. ВК-клипы — это не просто сервис коротких видео, это источник свежего и разнообразного контента. Буквально за 10 минут вы можете вдохновиться, от души посмеяться или умилиться. Скачивайте ВК-клипы и испытайте весь спектр эмоций. Прямо сейчас, по ссылке в описании. Я с пакетом. Я вот так буду сфоткаться. Серьезная женская подготовка, брат, происходит. Причесаться, носик припудрить. О, семечко. В кармане. Я сейчас продую. Все, у тебя миллиард фоток. Все. Покажи. Как будто можно еще сделать. Блядь. Попали в эту женскую ловушку. Ну, бля, хуйня, давай. Не-не-не. Бля. Бля. Все, спасибо тебе большое. Не суетись на Дилару, у него вышел новый влог из Лондона. Реклама. Ссылочки не будет в описании. Ты сумку спиздил? Да. У нас черный кот в команде, бля. Первый человечек есть. Едем ко второму, а затем и к третьему. Опять Илюха звонил. Алло. Да. Че, кого уже забрали? Ну, Бурунову можешь не звонить. Бурунову не... Да. У меня уже есть с ним фотография. Так нельзя, так ты охуел? Ну ладно, нельзя. Если будет звонить Илюха Эксайл, шли его нахуй. Окей.
бро, сейчас съемка, через час наберу. Вопрос, братан, а ты с кем снимаешь? Вы сейчас на флаконе? У вас никого там нет из комиков, из... или из гомик? Чего? Да? Влада, найс. Реально? Влада 4, ебанёся. Я написал Глебу, но шанс того, что... Просто он не такой человек, что мы ему эти ютуберы, его немного. Роберт, здравствуйте. А мы снимаем ролик на YouTube. Типа, нам нужно встретиться с популярными личностями всякими и сделать с ними фотку. И вот мы против бустера. Не могу тебе сказать, может быть, есть какие-то знакомые. Кстати, Яникс подходит? Yes, sir. Это вообще можно. У нас фараон, скриптонит и Яникс. В смысле? Да. Клянешься? Клянешься? Согласился фараон? Нет, да он хуй нам отвечал. Узник в нахуй. Левым я рад был встретиться. Вот эту стойку принял. До Миши ехать надо. Ну, вообще, да. Брат Exile раньше позвонил. Смотри, у нас, типа, суть, у нас есть 5 категорий, нам нужно сфоткаться с 5 людьми популярными из каждой категории. То есть, вот есть категория... А, так давайте я сейчас на ВК-фест отправлю, да и все. ВК-стендап-фест, там 1000 комиков разных. Блять, ёба. Подожди, чё он просто кот, надо его назвать? Чёрный. Черныш. Черныш, ты теперь легенда. Кайф. Приехали с нами сфоткаться. Спасибо, легенда. Спасибо, спасибо. Всё, погнали. Присуйтесь на Жекича. Ебать, слышал, это чисто 808-й нахуй бас. Сразу и на Олегу Манекену звоню. Алло, привет, бро, как дела? Хорошо, Сантьяго. Слушай, а такой вопрос. Мы, короче, ролик снимаем у Илюхи Эксайла. Знаешь, такой лошара, блядь, Эксайл? Да. Мы можем с вами сфоткаться? С тобой и с Дашей. Хорошо, давай, я тебе сейчас в телеге напишу. Давай, все, брат. А мы Денису в какую категорию, брат, отправляем? Мы можем это сделать так, в какую нам выгодно, понял? Да, музыкантом. И Даша сказала, что это удобно будет сделать, когда она будет накрашена. У нас завтра будут как раз съемки. С девушками сложнее, да? Сделаем. Есть такая тема? Ну, Жекич вышел, бля, вообще лысый. Похуй вообще на все. Даже волосы не надел. Даже Боленький. Голову не помыл, блядь. Он пишет, приезжайте. Сейчас промису напишу. Сейчас будет сильнейший английский. Hi, bro. We met before in Егора Крид restaurant opening. I don't know, you remember me or not. I was with stream. We a little bit communicate. And I have a one question to you. Are you free now? I mean, to make a one photo. Хуя себе, блядь, мне в Голливуд можно сразу. Пишет. Привет, как ты? Чё? В Лондоне. Поехали в Лондон, похуй, с Федей. Я бы трубку курил. Это такой плюс вайп. Просто вот, если бы у нас минута с ним была времени... Так можно и Федю засчитать, и сразу Дрейка. Минус вайп. Ладно, извините. Сергей, здрасте. Меня зовут Слава Бустер. Вот. Я Дима. Блин. Че, ребят, волнуюсь жестко. Сергей, здрасте, меня зовут Слава Бустер. Я Дима Миловзорова. Я блогер, да. Мы снимаем ролик сейчас, да, тоже для моего друга блогера на его канал, на YouTube, Exile называет. Суть ролика заключается в том, то, что мы просто должны как можно больше сделать фоток с знаменитыми популярными людьми. Мы бы просто хотели подъехать, быстро сделать фотку, там, 2 минуты, и уехать. Нам бы очень приятно было бы, если бы вы с нами сфоткались. Вот. Точнее, мы с вами. Извиняюсь. Тесняшка Бустер. Ну да. Блин, ну а что, я волнуюсь, ребят. Ну да. Человек серьезный все-таки. Все, заебись, Барунов плюс. Анна Хилькевич спрашивает, плывет. Да, ебать, с ней хотел познакомиться всегда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Убили. Брат, а через нее еще можно будет договориться с Кузей, сфоткаться из универа со всеми? Йо-йо-йо. Как дела? Привет. Здорово. Я Олег. Короче, брат, нам просто нужна фотка с очень известными людьми, то есть с вами. Чисто быстро сделайте, мы вас не задержим, съебаемся и все. Можете задержать. Алло. Алло, Якелька. Якелька. Дмитрий. Якелька. Диман, брат, очень важный вопрос. Нужно сделать фотку с легендой. То есть я хочу просто сделать селфи. Через очень шутка. С тобой вместе надо Крид поехать, да? Да, нам нужно поехать к Криду. Нереально. Короче, нужно сделать фотку с тобой просто. Че, делать нехуй со мной фоткаться, что ли, я не понимаю? Я же сказал, нужна фотка с легендой, брат. Не обесценивай свой труд. Ну, с это, с чего? Ну ладно. Засмущался, ебать. Да, хорошо, с пирогами тебя встречу, давай. Давай. О, Аня. Вот, блин, вот буквально бы час назад бы ты написал. Кстати, могу сказать, где снимается сейчас недалеко от меня вот этот проект, там, где я, там, Максим Лагашкин, Вова Селиванов сегодня. Ого. И еще там один юморист. Он послал, быстро нахуй. Найс, мы Мишу забираем. Yes. Этот слот очень хороший. Они уже фото первые сделали точно. Мама, папа. Короче, звоним Якадзе. Она с Клавой Кокой пиздец как хорошо общается. Да, прямой контакт. Нилета, Клава.
Как мне нелепо писать? Здорово. Алло, Андрей, здрасте. Да, привет. Вот меня Слава Бустер зовут. А, давай, мы приехали. Ну вот, подъезжаем уже. А, Слава Бустер, этот хуесос, блядь. Повязочный гандон. Привет. Какой стал суперстрой. Привет. На саниду солю, в смысле, много. Ой, вип, смотри, смотри. Легенда. Здорово. Зачем стример лезет в стендап, а? Уходите. Он популярный. Ну давай. Погнали с тобой спать. Давай, давай. Ну, бля, ребенок что, мороженое? Еще и в ролик попадешь. Все, давай, бро. Смотрите, тут выступает зал побольше, там зал чуть поменьше. Еще стендап. Да. Вот. Ну, умереть же от смеха можно. Ну, сейчас вот нет. Ну, типа... А, Игорь же Джабраилов, точно. Сейчас. О, да-да-да. Читает? Вот, красивый мужчина. Здравствуйте. Здорово, пацаны. Здорово. Привет. Фоточку можно с вами оформить? Да, конечно. Что? Короче, суть ролика в том, что надо сфоткаться типа с 5 известными людьми из каждой сферы, там 5 сфер. То есть, чем медийнее, тем круче. Понял, вы же по адресу пишете. Поздравляю, вы не прошли челлендж. Вы не прошли челлендж. Здравствуйте. Здорово. Что? Да. Андрю, нам нужно с тобой сфоткаться. Нам нужно с тобой фоточку сделать. Ёбаный рот. Всё, мужики, давай, до встречи. Увидимся на Твиче. Увидимся на Твиче. Пойдем пожмем. Пойдем просто посмотрим, интересно, как посмотрим к этому. Пойдем пожмем. Давай челлендж, нет, смеяться. Нет, давай смеяться громко. В отношениях, говорят, надо доверять друг другу. Я понял, мне жена не доверяет, как я понял, мы катались на электросамокате вдвоем. Ну, я поворачиваю, чувствую, она чуть-чуть подруливает мной. То есть, если я еду на самокате, то для нее это больше по ощущениям поездка на лошади. Понимаете? Ну, мне нравится, мы катаемся, то яблочко, то сахарок в конце мне перепадает вообще. Оказывается, больше 50% женщин имитируют оргазм. Представляете? Имитировал кто оргазм, девчонки, поаплодируют. Два парня аплодируют даже. Супер. Дорогие друзья, у меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь работали? Может быть, сейчас работаете? Вот я, например, официально работал только на одной профессии. Я был диджеем. Сейчас, как видите, бездельничаю. И, возможно, вы когда-либо хотели почувствовать себя в роли какой-то другой профессии или человека. И это можно сделать, даже не уходя от своего компьютера. На таком великолепном сервере по GTA 5 RP, как Majestic. Может быть, у тебя когда-то были желания вступить в уличную банду, начать грабить, похищать людей, но при этом в реальной жизни не сесть в тюрьму. Это можно сделать на Majestic. Или, может быть, ты хотел бы встать на светлую сторону и искать таких преступников. Majestic. Стать мэром города. Majestic. Эвакуировать машины. Majestic. Стать бомжом. Majestic. Мусорный массив. Мусорный массив. Короче, это место, где каждый отыгрывает свою роль. И поверьте мне, это очень весело. Что за сходняк здесь? Кто говорит? Машины. Чё за сходники здесь? Кто старший? Даже мы с ребятами из Хайзиов частенько там играем, кто-то даже стримит. Я слышал этот... Твою мать! Блядь! Сука! Сука! Ты даже можешь купить там такую же машину, как у нас. Ну или любую другую машину. Ну, надо будет поработать. А какой же все-таки самый лучший сервер... Погадай опять РП. Вы позвонили туда, куда нужно, и я хочу вам сказать то, что самый лучший сервер, который есть сейчас, это сервер GTA Majestic. Сервер номер 6. Скажите, пожалуйста, а что будет, если человек при входе на Majestic 6 сервер ведет промокод Матис? Получит, допустим, 20 тысяч долларов игровой валюты, 7 дней платинум VIP статус и невероятно хорошее настроение. КФТМ! Переходи по ссылке в описании, регистрируйся и начинай играть. Есть невероятно грустная новость. Просто титанически невероятно грустная новость. Бустер забрал карнавал. Серьезно? Какой ты плет, Илю? Сами ищите своих звезд. Мне не интересно. Нилета дал адрес, мы встретимся с Нилета. Это Википедия, и то, и это, и да, это. Да, это пиздец. Ну, конечно, он нас знает. Не написал то, что дураки. И Милана Хаметова? Милана Хаметова, это хайп. Подо мной М5. Доказал, что настоящий. Привет, парни. Здорово. Бля, как охуенно, что вы Мишаня забрали. Я с каких пор влиятельным стал? Ты что, гонишь? Один из влиятельных. Сколько уже людей, брат? Первый. А, реально? Вы только начали снимать? Да, только начали. Я Славику пишу, блядь, Слав. Он такой, что, тебя уже Excel перехватил? Я говорю, да, блядь. На Масленкова пытались выйти, я пишу. На Масленкова? А не на кого? Карнавал забрали, сука, тоже.
по спорту. Бля, можно. Так можно тогда меня в два флакона сразу запихать. Я и петь могу, пацаны. Просто со спортом беда пока что. Я вот Герману Эль Классика написал, он сказал, что там на Соболева можно выйти. Брат, у меня с Соболевым прям сейчас могу написать ему. Но у него... Надо, нет? В принципе, сейчас ему. Никита Нагорный. Олимпийский чемпион. Конечно, блядь, точно. Охуенно. Бля, брат, есть шанс, что он просто в Ростове еще. Сейчас, секунда. Алло, Никит, ты где, брат? Ты на арене «Спартак». Слышишь, брат, сейчас тебе пацаны подъедут, нужно им пересечься с тобой срочно. Очень крутые ребята. Ты, может, даже знаешь, я просто даже не буду тебе говорить, кто. Подъедут, просто с ними нужно будет пересечься, они тебе пару моментов там передадут от меня. И все, ладно? Да, да просто сейчас подъеду. Я понял, в ложу. Ну, брат, ну спустишься быстро, я тебя очень. Ну, я ж тебя прошу, брат, я редко, что ли, о чем-то прошу. Пожалуйста, я прошу. На пару минут буквально передать тебе нужно. А я тебе сейчас контактом обменяюсь с человеком, он подъедет. Ты охренеешь. Давай, просто. Хорошо. Давай, все. Давай, брат. Ага. Вообще не хочется ехать, не хочется ехать. Блять, он просто выходит такой, блядь. Вообще, брат, это самый, все сказать, ну наш пацан, короче. Олимпийская медаль у него за плечами, там такой бэкграунд в физкультуре, блядь. Давайте, парни, все. Пару советов для начинающего стримера. Что нужно? Не заводить канал вообще. На Твиче нахуй забыть и нормальными делами заниматься. Меня же забанили нахуй, да. Пошли нахуй. Ребят, стримы мои смотрите на Твиче. Кайфую жестко с этого. Что на Правде находится? А, там Вован из реальных пацанов. Правда! Погорела меня, сука, но я правда! Сейчас пойду. Вот, вы припаркуетесь. Ага. Серьезные люди, видишь, там, что нас не пускают на съемочный процесс, так сказать. Ага. Ой, это я забыл, что вы на связи, извиняюсь. У нас сейчас есть Максим Лагашкин, Владимир Селиванов. Даже. Мы попробуем тогда через 50 минут вернуться. Попробуйте, потому что Максим не будет ждать, думаю. Антон Богданов, популярный актер. Режиссер. Режиссер, который играл во многих фильмах, сериалах. Согласился с нами встретиться. Смотри, я сейчас дома, буквально через часик, наверное, где-то я выезжаю в... Бля, я не помню, где это, короче. Я в 7 часов должен быть в театре. Вот. В принципе, я могу чуть пораньше подъехать просто и встретиться, сфоткаемся, поебемся и все, собственно. Янчик, конкретно меня интересует только последний пункт. Конкретно для ролика нужен до этого. Если тебе будет грустно... Не забывай меня. Сколько фоток сделали Слава Саши? Слушай, я думаю, они сделали две фотографии. Тут в этом ролике конкретно самое главное это прощупывать, забивать. Но... Ответил? Привет, я пас. Реально? Как есть написал. Но его наебывать не варик, это некрасиво было бы по отношению к нему. Это ебанутый показатель, когда просто... Когда не кормят какими-то завтраками. Просто написал, я пас, базар вообще. Учитесь у фараона. Это Дмитрий Масленников. Здравствуйте всем. Вот Йоя. Матерь Божья. Слушай, ну слушай. На этой фотке Дима должен быть. На него у меня свои планы. Не, не, не. А вот это, Макса Лагашкина уже отпустили. Ну, мы только через 15-10 минут будем. 10 минут нормально, да. Все. Давай. Ваша задача сфоткаться с максимальным количеством звезд. Да, 5 категорий есть. А почему вам не заехать взять Патрика? Просто на фоне космоса сфоткаться небо. На фоне космоса. Про Патрика есть статья в Википедии? У него статья более насыщенная, чем у любого. Да, да. Что, фоткайся? Ой, бля, ну не убей же, ебаный. Ну ты что стоишь, Саша? Я сейчас разъебешь просто. Да ебать. Не, брат, я в смысле, я кремень, брат. Я очень сухой сейчас. Здесь конкретно. Все, я дальше спать, давайте. Максим, блядь, у нас актер уезжает. Ай, придурок, куда ты едешь? Я починил. Так, а что за движ? Мы соревнуемся против бустера. Кто больше, типа, с медийными людьми? Нам нужно, просто фотку сделать? Да, ты еще, короче, в списке самых имеет 50 людей фотку в России. Да. И то есть нам это пиздец сколько баллов. Не будет грустно. Так, Анаки, со мной, если бы бустер ты бы мне писал, мы бы с тобой встретились. А так, есть. Спасибо. Приятно, блядь. Спасибо. Что, ну, скайф? Все. Пам. Как Виталик, блядь. Блять, бустер передал. Сука, блять. Здорово.
А это что? Это камера. Блог? Ну, не же того. Меня Слава зовут. Максим, очень приятно. Да, мы снимаем ролик, где надо сфоткаться с 5 известными людьми в разных категориях. То есть вы в категории актер, я думаю, вы понимаете. Можно с вами сфоткаться? Давайте, сфотографируем. Есть. Все, спасибо вам огромное. Спасибо. Хорошего вечера. Пришли мне, я сейчас младшему покажу. Здорово. Здорово. Привет. Саша, Слава. Привет, познакомиться. Можно с вами сфоткаться, пожалуйста? Спасибо, ребят. Я бустер не писал? Нет. Пошел он нахуй, правильно? Да, правильно. Привет, привет. Опа. Фреймфреймер, ты? Бля, пацаны, а вы четкие пацаны, бля. А где, кстати, Янчик? Может, снимем что-нибудь? Прям сейчас? Да. Блядь, ну давай, попробуем, но это не так работает. Скажите вообще, в чем суть? Есть Вячеслав Бустер. Мы его в рот ебали. Есть медийные личности, которые делятся на два типа. Первые, зашкварные, нахуй никому не нужные. И вторые, такие, как ты. И мы собираем таких, как ты, которые редкие, рарные, блядь, как карточки, знаешь, золотые, Скуби-Ду. Пошли поебем, что ли. И наша задача сфотографироваться с наибольшим количеством охуенных людей. Да, окей. У которых много подписчиков, которые нам могут дать хайп, понимаешь? Вон там ходит пиздюк какой-то, мне кажется. У него бля, больше подписчиков, чем у меня. Мы Янчика относим в категорию юмор или категорию блогер? Да, я больше в юмор, мне кажется. Ну, за две лучше категории взять. Просто в две, да. Человек такой, ну и исключения бывают. В одну линейку можем тебя с Гариком Харламовым поставить? Если Гарик не против. Киркоров в Риме. Поебался, что мы могли с Киркором увидеться. Да, конечно. Какому мы ему нужны вообще? Ради чего мы здесь сегодня и собрались. Базара нет. А ты едешь в театр? Да, еду в театр. Видно же, между прочим, да. А на какой спектакль? Ой, не знаю, честно. Кого-то ты зашел в бар и сказал, мне нужна твоя одежда. Ну да. У меня пахан прилетал недавно. Тебя что-то? Да. Стойте. Олег Кофе. Пожалуйста, дайте с Олегом кофе хоть на минуту. Просто так? Да. Поехали к Олегу Кофе. Куда им, в каком-то закинем категорию, но же вон с нами тоже попал. Вот это погода. Вот это именно контекст. И тем временем у ребят там просто пиздец. Такие там рукопожатия серьезные происходят. И у нас вот это погода. А как же? Я вебчер деньгами выкинул. Да похуй, 50 рублей тоже выкинул. Что происходит, блядь, на заднем? Мы приехали в торговый центр наш любимый и встретимся с суперзвездой Миланой Хаметовой. Мама для пани. Сейчас. Всем привет, ребят. Спасибо большое. Она там просто торговые центры собирает. Там вообще. Спасибо большое, что время уделила. Да, спасибо большое. Приятно познакомиться. Да, мне тоже. Еще зови в клип. Хорошо. Те дети России готовы своих родителей продать ради вот этой фотографии. Сейчас тоже сейчас будет еще одна. Барселона! Там Лионель Месси сейчас. Как ты меня испугал? Ёбаный хуй. Там бомба. Барселона. Рубай. Тихо. Лё, тихо. Построились. А если не он? Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, здрасте, здрасте. Привет. Молодежь. Не узнали сразу. Здравствуйте. Ну что, как дела? Руку никогда мыть не буду. Это очень хорошо, что ты бустеру отказал. Вот это просто. Я ему еще не отвечал, мы можем позвонить ему, типа, я такой, а что ты хотел? Позвони ему! Позвони ему, скажи, приезжай в ее парк, и потом на нас, и мы... Сейчас попить. О, друзья, в магните, правильно? Лёш, Лёш, куда ты полетел? Кока-кола! Вот это да! Ну-ка. Алло? Привет, брат. Это, смотри, брат, слышишь? Мы, короче, ролик снимаем Илюхе на канал Exile. Ты сегодня занят? Не занят, слушай, могу подъехать. Слушай, короче, я сейчас на парковке в этом, в авиапарке. Я бы с тобой встретился, но есть одно но. Блядь! Ай-яй-яй-яй-яй. Слава, прости, блин, он Илюха первый написал. Супер! Куда пошел? Мне как человеку очень приятно здесь находиться. Что, если есть вариант кого-то из связаться помочь? Он у вас сценарист? Виталь, последний твой день? Да, Виталь. Это просто я так, без камеры, мы уже... Да не может быть такого. Да не может быть такого. Моя игру! Илюх, дураков ты! Привет, занят был, прости. А что за фотка? Че, кто такой инсайд? Я просто типа есть там всякие там эти, блядь.
твои? Да, охуенно все. Ну и здорово, здравствуйте, дорогие. Катаемся с кошечкой, фоткаемся со всеми. Смысл челленджа заключается в том, что мы должны типа за день сфоткаться с... большим количеством популярных людей. Да, ну из разных категорий. Ну, я все аспекты охватываю. Я и спортсмен, и кино, и юмор, и все. И стрим даже, у меня есть два поинта. Два касания. Она очень крутая, это правда. Все, супер, челлендж закрыт, я поздравляю. Мы выиграли? Да. Можно такая Илюхе набрать Excel и сказать, чтобы он нахуй шел? Да, да, написал мне в директ. Я еще не открывала, да, но я... А можешь сказать, чтобы нахуй шел? У нас типа правило, что если кто-то первый приехал, типа... Да. Можно я зачитаю вам месседж? Настя, привет, такой вопрос. Мы снимаем ролик, кто встретится с наибольшим количеством популярных, уважаемых людей. Уважаемые, по моему почтению. Возможно ли с тобой пересечься в любой точке Москвы на секунду сделать фотографию? Да, Илюх, конечно, можно. Сейчас, подожди секунду. Илюш, пошел-ка ты нахуй, я тебя реально еб... Лучше было, конечно, сказать адрес, чтобы он поехал куда-то в Мытищи фоткаться. Удачи вам! Давай, спасибо тебе большое. Саня, соберись, родной, блядь! Саня, короче, мигрень началась, ребята. И понимаете, насколько этот челлендж опасен вообще? Сука, у меня третий видос подряд мигрень. Едем к Ане Хилькевичу. Let's go, rap! Вот, заходите сюда. Все, окей. Эй, брата! Давай посидим! Эй, братан! Эй, братан! Эй, братан! Эй, братан! Эй, братан! Привет, привет, Слава, приятно знакомиться. Да, Аня, очень привет. Вот, Саша, мы, короче, челлендж снимаем. Типа, суть челленджа заключается в том, что надо сфоткаться с 5 известными людьми и 5 разных категорий. Я в какую из категорий попала? Актриса. Актриса, да. Отлично. Отлично, юмор. Мы после Сережа Бурунова фоткаться, вот. Да. Ну, кстати, спасибо тебе за универ. Вот, можно с тобой сфоткаться? Давай. Мы хотим закрыть все категории. Нам актера не хватает. Да, и нам не хватает, слушай. Одного актера? Да, есть такая просьба к тебе, Андрей Гайдулян. Да, легко. Можно написать ему? Да, давай. Спросите у него. Да, давай. Может ли он с нами сфоткаться? Где он сейчас? Ну да, 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 если он в Москве. Это же ты по универу пошел, да? Ну да, да, да. А Кузя? А по спортсменам? Ой, Кузя. Не бери там же шаг. Ну я тебе актеров могу кого-нибудь еще. Одного человека. Нам какого-то такого, да, знаешь, которого прям вот, ну, все знают. Как ты. То ладно, таких, как ты, нет. Ерушина какого-нибудь. Как только у меня будет информация, я сейчас всем напишу. Я сразу отзвонюсь. Все, спасибо тебе огромное. Все, спасибо. Давайте. Спасибо давай. Большое. Спасибо. Пока, ребят, удачи. Привет, пацаны. Да. Когда Миша позвонил и начал вот это стелить. Все, Никитос, ты же знаешь, типа, я твой там вот это начинать. Мы стоим просто вот так вот. Матч серьезный был, Спартак, ЦСКА, там людей дофига, и подъехать туда нереально. Он мне говорит, можешь выйти, пожалуйста, а мне выходить, типа, минут 40. Сейчас я тебя прошу что-то. И мы тебе рассказываем эту идею, и ты такой, еба. Я в голове, думаю, наверное, энергетик новый вкус какой-то выпустил. Можешь подсказать кого-то из сферы спорта? Матч этот ФЛ, там вроде Соболев играет, может быть, как-то его. Давай сейчас наберу его. Они проиграли просто только что. Понял, спасибо большое. Победы, получается. Спасибо, спасибо огромное. Давайте. Отправляемся к Сергею Брунову, да, да. Да, да, у меня получилось договориться, да, да. Но у нас очень мало времени. Эй, братан, эй, братан. Погнали. В общем, мы идем к Сергею Брунову. Сергей его зовут? Да. К Сергею Бурнову идем сейчас. Скажу, здравствуйте, вас же Сергей. Мы уже сфоткались практически со всеми, с кем должны были. Полный бак. Сергей, здрасте. Давай. Суть ролика объяснить или посрать? Ну, давайте как пойдет уж. Нам только сфоткаться, по идее. Это мне? Ну, вообще мое, но можете поддержать. Не-не-не, моя жена. Точно? Мне она не писается? Не-не-не. Короче, суть ролика в том, что это обычный YouTube, развлекательный канал, то есть ничего там криминального нет. Так. Есть 5 категорий. Это актеры, спортсмены, блогеры, музыканты и юмористы. Я ни к одной категории не подхожу. Спортсмен. Ну, я бы тут поспорил, кого-то спортсмен, это то, что нужно. Ну, нет. Во сне, если только. Ну, вот. Ну, если только считают. И типа 5 категорий и 5 звезд, и надо с ними сфоткаться из каждой категории. То есть, ну, вот я думаю, вы... Мои действия какие? Просто с нами сфоткаться. Давайте. Так, давай. Все? Да. Да. Отлично. За чайку воевали. Напрягаться. Спасибо. Давайте. Не надо. Приятного аппетита. Извините, что побеспокоили. Все? Да. Это круто? Да. Да.
Я теперь могу фотку Сергея Бурунова всем показывать. Так тебя останавливают гаишники. Он такой документ, я такой, Сергей Бурунов? Бежать. Бля, прикольный мужик вообще. А Сергей Матвиенко есть у нас. Ну так-то Сергей Бурунов во все критерии входит. Илюшка. Ситуация немножко у нас патовая. Ощущение, как будто нам надо по студии арендовать с гринскрином. У нас закончились люди. Костюшка и влево. Опасность. Да, Илюх, конечно, можно. Сейчас, подожди секундочку. Илюш, пошел-ка ты на... Бля! Ёбаный. Я с самого начала, с первого слова я понял. Иди, ты что скажешь? Непонятно. Мы у него вообще друга его забрали, Литвина. Он у нас братейча забрал. Мы его отдали. Он этот, шпион нахуй, белобрысый. Где хоть одна информация? Посмотри, кто тебе первый написал. 100% это был я. Я не выгляжу тревожно, потому что у нас появилась возможность зацепить сразу двух хороших музыкантов одним выстрелом. Каких же? Сода Луф и Благо Вайт сейчас в одном месте. Едем? Через полчаса сказали подъезжать. По адресу ми-ми-маму-му, ми-ми-маму-му, ми-ми-маму-му. Что, нас преследовали, типа, или что? Подожди, я не понял. То есть, по-вашему, это норм, да, хуйня, типа? Подожди, вы же были в Орехово-Зуево, а как вы нас догнали? Вот так вот. Снимаем ролик. Против Славы Бустера нужно встретиться с самыми медийными, самыми великолепными личностями на планете. Нормально? Да. Завершить поездку. Пока. Нужно встретить самых популярных людей. Здесь ли у тебя такие знакомые? Кто из сферы юмора, кто был? Нам просто надо собрать несколько сфер. Кино вопросы. С ним вообще выводить здесь, куда? Некрасиво поступаешь. Ну, подожди, я же ничего не понял. Тебя популяризируют. А, пацаны, окей, я здесь. Я у чувака, я самый популярный чел в 5 сферах из 7. 50, типа, самых Forbes, и если у него 10 миллионов подписчиков. Вообще хайпожорская хуйня какая-то. Да. Пиздец, да. Бля. Ну ладно, привет. Чел, сори, ты не популярный. У тебя есть Википедия страница? Да. Ну все, базара нет. Должна быть статья, блядь. Вот нахуй, ёк. Будь здоров. Спасибо. Должно быть у тебя все хорошо. Да. Пока. У тебя все охуенно? Да. Друзья, а что такое популярность для вас? Похуй, я вообще на самокатах с корешами катался. В смысле, с корешами, не вот с этими? С настоящими. Решать. Мы заработаем на том, что нет, это вырежется. Пока. Что-то мужики вы долго. Пацаны заждались. Как дела? Ой, здравствуйте. What's up, guys? Как делишка? Вот честно, брат, скажи, ты хотел бы их сейчас видеть? Да. Все, заебал, объясни ему уже, в чем смысл. В общем, мы со Славой Бустером. Наибольшее количество. Окей, окей, what's up, what's up? Можем что-то на телек поставить. Кайф. Все, все заебись. Было. Случайно из сферы юмора никого нет? Можно попробовать найти кого-то, типа спросить. Я не знаю никого из мастер спорта. А, не, я знаю кого-то из мастер спорта. Реально, это мастер спорта. Реально. В России выиграл номер один по кунилингусу. Тут я к литерам командовал. Не можешь кого-то позвонить, кто знает кого-то. Типа так. Реально? Чем мы не позвонили? Мы что-то до этого не догадались. Пиздец вам ultimate хуйню скажу. С бустером сфоткайтесь. Йоу, бро. Как-нибудь... Давай спрошу быстренько, может быть, реально знаю, кого-то мастер спорта поблизости. Запрос вои, да. Кто выигрывает, что получает вообще? В чем смысл ролика? Респект улиц. Ты гонишь. Выебать вам мозгоёбы, идите отсюда. Здорово. Здорово. Как дела? Неплохо. Это хорошо. Ну, потихонечку фоточки собираем. Что, комиком больше не нашли? Все смешные сейчас в разъезде на гастроли. Один я без дела. Да, один ты. А ты со мной сфоткаешься, потом будешь доказывать. Да это этот, блядь, ну у него еще хвостик. Мужики, ну вы 100% его видели, блядь. Нам бы кого-то плюс 2 размутить, брат, и все. 2 минуты дать. О, нихуя. Полный бак. Можно Бебуру позвонить, а можно позвонить Гараеву, Айдару. Если Бебур будет, то вот. Полный бак. Бебур не в Москве. Блин. Гараева знаете? Студия «Союз». Битву каверов. Да. Алло, Айдар, привет. Привет. Слушай, это Слава Бустер мне твой контакт Сережа дал по поводу челленджа, типа, чтобы мы подъехали сфоткаться. Да, мы вас ждем. Все, спасибо большое, Серёга. Да не за что. Вообще пиздец, выручил. Да. А, Дим, привет. Здорово. Слушай, такой вопрос, мы, короче, челлендж снимаем на канал. И смысл в том, кто больше сфоткается с известными людьми. Ты сейчас в Москве? Да, давай приезжаем. Ну что, брат, мы не будем тебя сильно задерживать. Давай, тебе конечно. Смысл объяснять челлендж или вообще поебать? Не, вообще похер. Тогда просто фотку делаем. Сам с первой части, которого вообще поебать. Спасибо, все. Получается, все. Да, приятно было. Быстро оделся, нормально. Ну, я думаю, увидимся, как вы пообщаемся. Это правда, это правда. Все, доброй ночи, спасибо. Да. Плюс один, легенький, быстренький. Здорово. Я вас на Ютубе, знаешь, видел? Хозяева. О! И вот так. Это мой любимчик, кстати. Реально? Да. А что за челлендж-то? Что это? Смотри. У вас гелик неплохо, да, вы живете? Ты тоже неплохо живешь. Не, это арендую. Ну, я, если честно, я не спортсмен, я стример. Оп, вот здесь. Какой-то есть. Это твой номер, кстати?
Да, да, да. Я не записывал просто. Не, хотите, могу Джики позвонить, подъедете к нему. Давайте, ты что, скиньте мне на карту, и Джики честно говоря. Ты что, тут ребята есть хорошие. Ты, может, слышал? Хозяева на Твиче. Хозяева. Ну, ты по-любому не слышал, ты не знаешь, короче. Подъедут просто с ними сфоткаться с ребятами. Хорошие ребята. Они нам сказали, по 100 тысяч переведут. Говорит, он отдыхает, только за лям готов спуститься. А где украдили камеры? Ой-ой-ой! Я не делал стримить сейчас. Да он вообще все знает, это... Ну, короче, пока проигрывать. До последнего идем. Меня возьмете в хозяева? Восьмой, походу, в хозяева. Ну, блин, рекламировать, чтобы у меня 1020 было, смотрело. Я могу на Твиче. Все, я тогда... Давай фотографию. И договор. Нет, деньги переводите сначала. 1600? Договорились на 2300, не надо. У меня, кстати, футболка Dior оригинальная, если что. Да ну нахуй. Реально вам говорю. Реально. Ну, вставай. Все, вообще супер. Ты почему куришь? Я наркоман. У меня батя за Спартак болеет лет 30-40. Ты думаешь, если ты ему скинешь, он меня будет знать? Я интересуюсь. Ясен хуй, конечно. У вас денег вообще нет, что ли? После того, как вы мне 2300 еще должны за фотку, конечно, у вас не будет. Переводить, кстати. Футболка у тебя реально супер. Не, оригинальная, кстати, Dior. Dior оригинальная. У тебя что за херня? Кеды какие-то, блядь. Я готов к этому моменту. А что ты, не, почему ты их этим лейкопластырем обмазал, что ли? Да, они испачканы. Реально перевел, что ли? Ну да. Я в спаде, надеюсь. Да. Все. Я дома. Только мы сейчас ролик хотим записывать. Если хочешь приехать, то минут через 30, окей? Окей. Ты же не просто так спрашиваешь, у меня дома я или нет. Мой тебе плохой парень говорит, что жить у тебя хочет. Мы сейчас ролик запишем тогда фастом и... Давай. Слива. Да. Алло, Стас, привет. Привет. Это Слава Бустер, мне Аня Хилькевич, твой контакт. Славка, привет, родной, рассказывай, да. Что там тебе надо. Привет, слушай, мы, короче, челлендж снимаем. Нужно сфоткаться с 5 знаменитостями. Я не знаменитый, нахуй тебе нужно. Не-не-не, брат, ты сильно ошибаешься. Мы уже, знаешь, мы уже практически весь универ собрали. Я понятно. Слушай, не вопрос. И знаете, я еще как раз красивый, не переоделся. Вообще супер. Снега снежная, жизнь общажная. А последний в списке комиков, пятый человек, это Айдар. Первый человек на земле по влиятельности. Здорово. Че, просто сфоткаться? Да, брат, короче, у вас челлендж просто. Все просто, типа, нам надо сфоткаться. Делаем? Давай. Хотя вы по городу просто ездите, да? Куда мы заебались уже? Это вообще ужас. Братан, давай посидим, давай поднимем. Здравствуйте. Давайте рассказывайте, что хотите. В общем, у нас такой прикол. Может быть, знаете, такого человека, как Вячеслав Бустер. У него такая повязка, может, видели. И у нас, короче, задача, типа, кто больше встретит влиятельных медиа-персон из разных сфер. Все, кайф. Ну и что, кто знает, счет уже. Возможно, мы проиграли. Вячеслав человек влиятельный. Мы как бы руки не опускаем, стараемся. Это самое главное. Ну все, давайте победу дайте. Спасибо. Привет. Вы сумасшедшие. Здорово, приятно познакомиться. Приятно познакомиться, да. Стас, это мой сын. Он вас смотрит периодически. Приятно познакомиться. Слава. Я не смотрел, сейчас смотрю. Уже не смотришь. Да. Подожди, я к какой части отношусь? Актер. Слава богу, не комик. Если мы сейчас с тобой фоткаемся, это получается последняя фотография у нас с категорией актеры. Да, вы красавчики, молодцы. Вы клевое поколение, с ума не сходите, так все здорово. Что делать? Давайте фоточку. Фоточку. Ты же Челябинск? Да. Я просто тоже. Ой, бля, земля. Подполковник. Если проиграешь челлендж, братан, телефон стираемый. Слушай, мы ролик снимаем Илюхе и Ксайлу. Можно будет подъехать сфоткаться с тобой? А, со мной? Нужно просто с медийным. Подожди, а у него есть? У него есть страница разная на Википедии? Нет. Так пошел он нахуй. Здорово. Привет, братва. Это Черныш. Готовьте чайоку. Готовьте чайоку и погнали. Так, а что нужно, сфоткаться с ним или с тобой? Ну, с нами. Черныш, ты будешь фоткаться с Димой? Да, буду. Я уже плаваю. У тебя есть страница на Википедии? Да. 2 балла, значит, уже за тебя. Если мы закрываем категорию, еще плюс 3 балла. То есть ты у нас последний блогер. А, ну все, кайф. Закрываем эту вечеринку, короче. То есть да, ты сейчас ставишь жирную точку на то, что мы выиграли Илюх XL сосну. Ну что, ребят, поздравляю тебя, коллега. Надеюсь, мы выиграли. Выполнением челленджа? Да, конечно, 15 человек. 17. 17. 17 человек. 3 из 25. И каждый из Википедии. Да. Почти. Еще из Forbes есть. Фу. Ну все, вот 23:49, мы уже никак больше не успеваем, мы сейчас едем сразу тогда на место встречи. Как говорится, еще не смотрел, но пройдешь, победил. Меня для этого в команду тебе и дали. Работаем. Работаю, метро Люблино. Жесткий мем, как будто с 95-го года. Жестко будет, если мы проиграем. Есть прям тот, кого я вот прям не знаю. Просто всем уже рассказываю, я заебался. Снимаю ролик себе, задача встретиться, есть 5 сфер. Так ты же мне рассказывал. Спорт. Да, меня опередил Слава с инстасамкой, с Ивлеевой и с Масленником. И с Валей Карнавал.
Почему у тебя такой вид сегодня интересный? Не свойственный тебе немножко. Что, тебе не нравится? Просто на Мэйсон Марджуки. Да мы с Олегом тоже, знаете ли, одевались. Аарон Престон стиль вам что-нибудь говорит? А у тебя случайно нет контактов жестких? Да, за 13 минут или... В трех минутах отсюда. Короче, у меня есть очень плохая новость для тебя, Костян. Я думаю, что ты правда мне не забьешь сейчас. Они не сфотографировали карнавал. Да, я так и думал, я сразу понял. Ты все это держал до конца? Мне, я написал менеджеру, мне написали, типа, Слава уже едет к Вале карнавал. Я просто, я сказал Максу, скажи, чтобы нахуй тебя послали, и все. Бля, вот ты пиздец, Илюха мне жизнь испортил. Так ладно бы, если бы вы с ней сфоткались. Но вы даже с ней не сфоткались. Это ужасно. Подводим итоги. Мне кажется, это будет очень интересно. Я думаю, что и та команда, и наша команда, мы старались встречаться в первую очередь с интересными людьми, не с теми, с которыми мы общаемся на постоянной основе, видимся и так далее. Ну да, Олег, сегодня познакомились? Да. Александр прям там такой, Олегу надо 100%. Я у него жить буду. Давайте начнем с категории спорт. Давайте спорт. У нас никого нет. Александр Овечкин. Александр Овечкин. Покажите фотографии. Ну ладно, нас нет. Мы фотографировались по одному концепту. В одной и той же стойке. Никита Нагорный, олимпийский чемпион. Ты мне еще сделал контакт? Два балла. Википедия плюс категория. Игрок сборной России. Игрок Спартака. Александр Соболев. Прикольно, он меня в КС-ку заебал. Кто знает про нас вообще, все, мелочи всякие. Оригинальная, Кристиан Диор. Страница Википедия. Два балла. 4-0. И давайте юмор. Давайте. Давайте начинайте вы первым. Все, это единственный раз, когда мы ведем. Но мы не будем его записывать. Но я лично знаю этого чела, поэтому мы с ним сфоткаемся. Победитель шоу, большое шоу. Александр ваш. На? Не, ваш. Ну, в смысле, финалист Comedy Battle. Википедии у него нет, поэтому один балл. Следующий, Джибрей. Подожди, мы, блядь. У вас нет, ты сказал. Как это нет? У нас было сегодня много веселых людей. Категория юмор, к сожалению, никого нет у него. Тоже один балл. Скорее всего, вы его не узнаете, потому что он с новой прической. То есть у вас все такие гости? 4. Собственно, его коллега Дмитрий Позов. 6. Базары, да? А свои были базары, нет? И последний человек... Айдар. Студия «Союз». Ведущий студии «Союз». А, кстати, Википедии у него нет. 7? 7 всего. 7. Как нас ебут, как нас выебут. Спасибо Сергею Матвиенко за то, что довыручил последние два контакта. Кино. Ну, тут мужики сейчас посложнее будет. Ну, что прям... У нас все. Пятерик. Плотненький такой. Итак, мы начинаем. Артист театра и кино, режиссер Антон Богданов. О! У нас Вован Вовчик. У вас есть Википедия? Да. У нас тоже Вована есть. Так, 2-2. Ну, ебите нас дальше. Все. Все? Да. Поехали. Давай нахуй, разгружай фуру. Давай, раз уж Слава проговорился. Сергей Бурунов, дамы и господа. Реально? Как? Каким образом? Ребят, блядь, надо знакомство иметь. Playboy карте реально. То есть у нас 6 тогда, только это только 2 человека. Ну, вы сериал «Универ» любите? Мы тут собрали актерский составчик. Антон. Антоха из «Универа». Википедия есть? Есть. 8 баллов. Это просто богиня. Спасибо ей большое. Она на смерти была. Анна Хилькевич у меня была на стриме? Анна Хилькевич! Анна Хилькевич! Ты не представляешь, какую грязюку я делал лет 7 назад, 8. Я тоже, блядь. У меня ее номер есть, брат. Я раз 200 пересматривал видос, не видос, а момент из сериала, где она в душу моется. Бля, 10-10. Ну, это тоже актер, тоже с Википедии. Вы, вероятнее всего, его не знаете. Может его многие знали, кому мы показывали. Да, ну, все, кому показывали, все знали. Это Максим, очень большая кинематографическая. Все, базар. Сверху еще за категорию. У нас 6 будет, в общем. Давай музыканты, наверное. Музыканты полно. Да, мы, кстати, особо вообще не парились, типа... Я на чили, расслабоуни. 2 балла. Слушай, у нас, короче, всего 2 музыканта. Это манекен и инстасамка. Ну, типа, 4 балла. Открыл рот, ты игру стоит. Ну я так и думал, там типа просто рэперы все будут. Это все. А, это все, блядь? Не-не-не, стоп. Если тебе будет грустно, припоминали мы жука. За музыку 8 у нас всего. Осталось блогера, да. Да, человека, который подарил черныша, Дилара. Ты с ней знаком, что ли? Нет. А как вы его теперь вообще? Да случайно встретились. Обалденно. Да, у нее есть Википедия. Да ну нахуй, реально? 2 балла. Человек-легенда, которого любят в компании Mercedes. Да, Видыч, блин. Мы Илюше позвонили. Мы звонили, да. Как? Он просто, мы снимаем его сходу. Человек, который очень долго пришлось его ждать, потому что он наводил прическу, Евгений Дубровский.
Можно вас еще в юмористов записать? Это российский советский писатель, это он? Есть плохая новость, он умер, пацаны. Это вот конкретно, это хайп, это тот человек, который собирает торговый центр. Помедийки вы все пососете. Милана Хаметова. Да. ЛП. А, у нее 10 лямов, это плюс балл. Че, вы курили нахуй? Тикток у нас 20 лямов. И у нее Википедии нет. Нет, Википедии? Да. Просто пиздец. За Литвина плюс балл, совсем забыл, не хуя себе. За Википедию и за 10 миллионов. Конечно, это порешает все это. 4! 3, 4! Ну, засчитайте 10. Милану Хаметову. Респектабельный балл. Ты и все. Давай в конце дадим. Вы точно проиграете, мы дадим. Мы уже точно проиграли. Ну, тогда даем. Все, 5. Тут еще 3 балла плюс. Настя Ивлеева. А на Forbes есть, брат. 4 балла. Ваня оператор. Это Влад человек, все прекрасно знаете. Ну, промочительный. Подарил нам подарки, угостил газировкой. Вы обещал, что мерч отправить. Влада 4. Кайф. Плюс 3 балла. Человек, который последний нас встретил и закрыл, собственно, звено. Дима Гордей. Олег Кофе. Олег Кофе. Ну это пиздец. Вот это респектабельный человек. Янечка. Ну короче, суммарно у нас получается 44 балла. У нас штук 16, да? У нас 26. С победой. За меня всего плюс 1 балл. Меня... Тоже один был. А скажи попрощайся. Пока, подписчики. А давайте попрощаемся. Все, всем пока, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я еще тут. Короче, реально, ставьте лайк. Пока.